Я, Павло, скажите, по красной четке, для чего используется красный цвет? Красные четки являются четками, защищающими человека. Красный цвет — это цвет всех проявлений красных божеств. Допустим, если вы читаете мантру Ганапати, ом Ганапати Намаха, то проявляется образ уже Ганеши, но который не имеет светлый цвет, привлекающий деньги, а цвет имеет красный, защищающий ваш бизнес. Если мантру «Ом Мани Падме Хум», то тогда врагов уничтожает. Если мантру «Ом Таре Тутаре», то тогда проявляется разрушение всех, кто является теми людьми или теми энергиями, которые мешают семье совместно жить хорошо. То есть там, если читать «Ом Таре Тутаре», читать на семью или там мантру, допустим, Намо сарва тата гата нам, кири кири муру муру каруне каруне читаму падая бхагавати сарва пхаямина сайсоха. Допустим, если читать такую мантру, то она обычной жизни соединит всех в семье и сделает так, чтобы все в семье друг друга обожали. Если читать на красные четки вот такие, то тогда уберет все препятствия, любовниц, там, я не знаю, блуд какой-нибудь, омрачение, что-либо еще, что мешает семье быть вместе. Вот есть мантра «Ом Катеви Катероса Грасамани Соха», она объединяет всю семью. Но так бывает, что в семье появляется кто-то, кто плохо относится, и там к детям плохо относится, к вам хорошо, и вы не можете выгнать человека. Ну, вот такое бывает. Или есть какая-нибудь третья сила, которая влияет на семью так, чтобы в семье там скандалы получались и так далее. Так вот, чтобы все помирились, хорошо читать на любые четки. А для того, чтобы убрать вот такого негодяя, который вредит семье, то читать мантру «Ом Катеви Катероса Грасамани Соха» лучше вот на такие четки красного цвета.